это рюкзак, велик. На часах 5:36, время пути до сюда заняло всего 50 минут, 10 минут сборы, встретил Диму, ну все, я погнал. Время 6:42, проехал час, рассвело, дорога хорошая, погода отличная. Не ожидал, что так быстро пробьюсь, клеится неохота, скорее всего здесь дырок. О, палочка. Тогда время на часах 9:30, Энгельманова поляна, перепакуюсь, ну и перекушу. Полчаса провозился на поляне для того, чтобы собраться перепаковаться и поесть. И теперь выдвигаюсь в путь, время ровно 10. Золотая осень, золотая. Пограничники сказали, что на Кордоваче уже все листья облетели. Вот если посмотреть наверх, наверное, да. Но зато под ногами шикарный желтый ковер. Безумно красиво, падают листья, как снежинки. Ну вот озеро Кордывач, время на часах 13:47. Это значит, что от Энгельмановой поляны путь занял чуть меньше 4 часов. Я думаю, что у меня есть время, чтобы пойти к озеру Синеокому. Вот лето пролетело, 2 часа я до сюда шел, не спеша. Горы уже дышат зимой. Неожиданно прогулка на Кордывач превратилась в зимнюю. Ночь прошла хорошо, снега не было. Сегодня пошел с утра пораньше на верхний Кордывач. На водопадах очень сочно пахло псиной, поэтому пришлось немножко посвистеть. Местные птицы поддержали. Вот это вот темная точка. Немножко шевелится. Не уходит, смотрит. Итак, я добрался до озера Кордывач. Время на часах 8:00. И где-то там на горе шастает медведь. Видимо, он следит, чтобы я здесь ничего лишнего не съел. Кордывач пронзительной чистоты. Удивительный цвет. Вот это вот ацингуары. Но кто бы их здесь строил, непонятно. Погода не обещала держать рамок приличия, поэтому припустил дождь на часах 10 утра и предстоит путь обратно. Прелесть мокрого леса в том, что все запахи становятся много насыщеннее. Запах листвы, елочки. Так что во всем есть свои плюсы. Время 13:48, я снова на Энгельмановой поляне. Сейчас надо будет перепаковаться и двигаться дальше на велике. Время 14:17, выдвигаюсь из Энгельмановой поляны, дождя пока нет. Даже не знаю, как это показать, в общем, здесь очень крутой спуск. У меня уже тормоза пахнут жареным. Короткая дорога оказалась намного круче, чем я ожидал. Если прислонить палец к диску мокрый, то он сделает так. Пшш. Это самый известный краснополянский нарзан. Очень много железа, а пока у нас пузырями, очень прикольно. Прям минералка-минералка. Тындырдын. Все заканчивается там, где и начиналось. Время на часах 16:48. Хорошо, что успел засветло. Я не рекомендую экскурсии галопом. Нельзя за такой короткий период времени полностью насладиться озером Кордывач и теми красотами, которые его окружают. Поэтому ходите минимум 3 дня. Ну, а если вы лось-спортсмен, то можете последовать моему примеру. И, возможно, тоже получите удовольствие. Все, всем пока!